В Украине активно обсуждается внесение изменений в Конституцию по части децентрализации. Свое отношение к грядущей реформе выразил запорожский мэр. Александр Син считает, право принимать решения должно находиться на том же уровне, на котором оказывается конкретная услуга. То есть не должно быть ситуации, когда вышестоящие органы принимают популистские решения, а городские власти не могут их выполнить, потому что не имеют средств.